Я уверена, ты проиграешь. Раз. Я тебе такое придумаю, ты у меня попляшешь. Пить воду, есть морковь. Всем привет, вы на канале Супер Сладкая. Сегодня мы будем снимать «Не скажи вау челлендж». Это что? Что это? Это челлендж, и самое главное, нам нельзя говорить «Вау, офигеть!» и надо держать ровное лицо. Вот такое? Ну, можно улыбаться. Вот так? Да. А хохотать нельзя? Хохотать тоже нельзя. Нельзя хохотать. А что мы будем делать при этом, я забыла? Мы будем смотреть разные ролики, которые могут быть крутыми, а могут быть обычными. Так-так, очень интересно. Смогу ли я не засмеяться? Я уверена, ты проиграешь. Я уверена, ты проиграешь. Ребята, делайте ставки. Кто проиграет, а кто выиграет в челлендже, пишите в комментариях. У нас будет три жизни. Три жизни. Так, если кто первый засмеялся или сказал вау, или что-то, или тот офигеть. Проиграл. Да, тот проиграл. Да. И что он делает? И я, если ты проиграешь, я тебе придумаю наказание. А если я проиграю, то мне. То есть, тот, кто проиграл, тому придумывают наказание. Договорились. Поехали. Ты проиграла? Нет, я не могу, это очень смешно. И что теперь? Тебе наказание. Нет. Ее наказание — выпить полный стакан воды без остановки. Нет, это для меня очень тяжело. Давай другое. Я выберу стакан и налью воды, сколько я захочу. О боже. Ну что, настала месть моей мамы. И вот столько стаканов, и я должна выбрать, какой я стакан хочу. Я хочу вот этот, но по-честному вот лучше этот, пожалуйста, по считалочке. Вот этот. Энки-бэнки, ель-варенки, энки-бэнки, бакс. Вышел пузатый матрас. О май гад. Я сама на нем. Боже, Злат, ты же знаешь, что я не могу столько пить сразу. Может, кому-то это легко покажется. Но, ребята, знаете, что я пью вот столько, только если, я не знаю, до этого съела банку соленых огурцов. А я ее не ела. А тебе нельзя так. А, надо за один? Да, без остановки. Все? Мне надо полежать. Тут капелька осталась, теперь, пожалуйста. Я тебе тоже придумаю, я тебе такое придумаю, ты у меня попляшешь. Я настроена очень серьезно, мое лицо будет вспоминать эту воду очень долго. Поехали. I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. Что же придумать наши проигравшие? А может, твоего не сможешь придумать, и у меня не будет наказания? Конечно, будет. Я выпила стакан воды, а тебе сделать 20 бёрпи. Что это?
Сейчас я тебе расскажу. Так, для этого мне надо переодеться. Итак, расстилаем ковер нашему штрафнику. Можно вопрос? Да. Бёрпи это вот так? Да! Мам, ну что, начинаем? Начинаем. 20? 20. Как тебе? Не останавливаться. 15. 20. Ну что, мы продолжаем. Это было ужасно. Это было прекрасно, когда ты сидишь на диване, а кто-то прыгает. Так. Мэй-хэй, 多谢这个手机壳，救了我手机一命。 Ну ладно, я. Что ты придумала? Следующее это наказание тоже связанное с водой. Выпить еще литр залпом? Нет. Нет, я шучу. Что? Задание. Ты себе нальешь в рот воды, и ты должна 2 минуты... Ну, у тебя должна 2 минуты вода... держаться. Да. Так. А я буду тебя смешить. А, я вот так набираю, да? Я тебе буду тебя смешить. Ну ладно, давайте попробуем. Да, нужна водичка и водичка. Мам! Так, опять вода. Ну что, Злат, я начинаю? Начинаю. Ну, я еще отыграюсь. Или я отыграюсь. Ну что, пойдем дальше смотреть. Счет 1-1. У каждого осталось по 2 жизни. Кто? У тебя же 1 жизнь. Ты 2 раза смеялась. Да, ты права. Значит, у Златы осталось 2 жизни, у меня осталась 1 жизнь. Ну что ж, решающий момент. Я не должна реагировать. Hiya. Hiya, hey. Yeah, you? I'm good. Perfect. I'm good. Where are you from? Hungary. Hungary? I'm hungry. Oh. There's some animal on the field. Got a rally cat. Look at that. Yeah, get out of there. Rally cat. Oh, man. Uh-oh. How does the cat even get in the stadium? No, where's Heidi? Go interview the cat. Bro, what the hell? Yeah, put this on record, bro. Bro, for sure. Yeah, this is unacceptable. They're charging us. Very right unacceptable, now, bro. For no reason. You can't even cancel it. Not at all. You just can't gas, clear, dude. Just cancel. Wasted. Okay, go. This is a real snow angel. Yes. Ты точно проиграла. Так, так, так. What will you do? Так, что же ты у меня сделаешь? Это морковь. Видите, ребят, такая очень маленькая морковка. Тебе нужно съесть 10. Хорошо, без проблем. Посмотрим. 1.
такие полезные у нас задания. Пить воду, есть морковь, понимаете? Каждый должен делать это. Морковь очень полезный овощ. Мы даже можем почитать про нее в интернете. А давай, пока ты ешь, я буду читать тебе в интернете, какая морковка полезная. Давай. Ребята, сейчас мы все узнаем. В 100 граммах сырой моркови содержится порядка 9 миллиграмм каротина, что, к примеру, в 8 раз превышает его количество в помидорах. Короче, морковь полезнее, чем помидор. В целом, по каротину. Морковь также... Что такое? Содержит такие витамины, как витамин Е, витамин С, витамин К, витамин В3, В4, В5, а также минералы кальций, натрий, фосфор, калий и магний. Так, морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких, то есть вам легкие, которые дышат, им становится лучше. А также бета-каротин является предшественником витамина А. Попадая в организм человека, каротин превращается в витамин А, который полезен для молодых женщин. Давай, молодая женщина, кушай. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаза. Для зрения хорошо. Ты подумай, я не знала. Сколько можно есть сырой моркови в день? В 100 граммах продукта всего 32 калории. Вообще очень мало. Давай. В мире овощей, ягод и фруктов корнеплод является рекордсменом по содержанию каротина. Всего 200 грамм моркови в день. Это примерно полпакетика вот такого. Способны полностью покрыть суточную потребность взрослого человека в этом соединении. Ну, то есть тебе можно меньше. Так, что укрепляет морковь? Также нельзя не упомянуть, что кальций и витамин К, 9 и 10, давай. Кальций и витамин К, содержащиеся в данном овоще, укрепляют кости и зубы. Сейчас Злата съест 10 морковок, у нее как зубы-то все повылезут. Которые могут помочь предотвратить остеопороз. Ну, предположим. А большое количество клетчатки нормализует работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая возникновение проблем с задержкой, ну, вы сами понимаете, ну, туалетных дел наших. Так что, Златочка, вывод. Ты будешь хорошо видеть, у тебя будут твердые кости и зубы. И ты будешь очень хорошо видеть и ходить в туалет. Ура! Златомира справилась! Ну что? Я предлагаю продолжать. Так, у нас получается с тобой... Факт от моей мамы, ей нельзя морковь. Да. У мамы не будет ничего расти, не будет хорошего зрения, не будет ничего укреплять. Очень грустно. Так, смотрим дальше. У нас осталось по одной жизни у Златы и у меня. Поэтому этот кон, в принципе, решающий. Кто проиграл, тот проиграл. Я победил. А я побежу. Поехали. Они как-то написали. Look at the light! Look at the light. Come here! Get in the light! Why the f*** are you holding? Why do you eat a burger like that? Nobody does that! Get out of my car! Пожалуйста, про ваш самый интересный день за последнее время. Самый странный, возможно. Сегодня. Вот он, примерно. Браво. Браво.
Я проигрываю! Как раз я уже придумала тебе наказание. Я придумала тебе наказание. Какое, Злата? Только не с водой, умоляю. С водой. Нет, Злата, нет. Какое? Я пошутила. Но это на гимнастику. Как раз после воды очень хорошо. Что надо делать? Я тебе сейчас все покажу и расскажу. Злата, ты уверена, что я это смогу? Нет. Ну ладно, давай, что надо делать? Тебе надо сделать, смотри, ты даешь мостик. Так, потом иду в Пабликс, да, за продуктами. Вот так. Я боюсь, я не смогу. Сама себе наказание придумала. Сама себе наказание. Ну поцелуй локоток и все пройдет. Давай, давай. Мама, тебе надо всего лишь сделать вот так. Всего лишь вот так. Ну, вот так не обещаю. Либо ты будешь вот так сидеть, а я тебя буду тянуть. О май гад. Так, ну что, освободите место для шпагатника штрафного. Сейчас, ребята, вы узрите шпагат во всей красе. Вот какой он должен быть. Хорошо, я тебя буду тянуть. Мне прям уже хорошо, ты знаешь. Прям вот нормально так. Тебе смешно. Никогда не тянут ни на одной гимнастике резко, только плавненько. Хорошо, но я плавно. Ну вот и все. Мама проиграла, я, как всегда, выиграла. Как всегда. Мне тоже очень было тяжело после моркови. Какое вам наказание понравилось больше всего, пишите в комментариях. Поставь лайк и подпишись на мое видео. Дождись. Супер Злата, это я. Давай будем мы друзья. Всем удачи, всем пока-пока.